11 июня возле дома номер 10 на проспекте Небесной Сотни массивный тополь рухнул на припаркованные автомобили. Ствол дерева переломился в 5 метрах от земли. По словам местных жителей, примерно в 13:30 дерево упало на припаркованные рядом автомобили. Упавшие ветки повредили автомобили марки Hyundai, Subaru, Suzuki и Nissan. Самые значительные повреждения получил Suzuki. В машине выбиты стекла и помята крыша. Остальные автомобили получили менее серьезные повреждения – царапины и вмятины. Также дерево заблокировало проезд нескольких машин, припаркованных на стоянке во дворе. На место прибыли сотрудники Одесгорсвета. Они восстанавливали линию уличного освещения. Упавший тополь оборвал провода. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. В тот же день на улице Армейская, 3, дерево упало на дом. Как сообщают очевидцы, у дерева отломилась верхушка, и только благодаря тому, что она зацепилась за здание, не упала вниз и не пострадали случайные прохожие. На место происшествия вызвали спасатели, однако те контролировали обстановку только до приезда сотрудников горзелентреста. Коммунальщики начали ликвидацию последствий происшествия.